На этих предприятиях в общей сложности трудится более 3000 человек, а налоговые поступления в бюджет исчисляются сотнями миллионов. Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов встретился с руководителями двух ключевых компаний энергетической отрасли региона. Среди обсуждаемых вопросов – поддержка энергетиков со стороны местных властей. Представители компаний готовы подписать с областным правительством соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Чем я раньше пойму тенденцию, сейчас по вашей компании, тем мне легче будет отрабатывать за счет каких-то других там или финансовых институтов, или решений, ну или в конце концов изменения бюджетной составляющей самого бюджета. А мы сейчас как раз именно в этом процессе находимся, и нам вот это особенно важно понимать. И вашу устойчивость, ну вместе с вашей устойчивостью, я имею финансовую, свою финансовую устойчивость. Власти региона проводят очень хорошую политику, когда приглашают весь бизнес, все предприятия, чтобы объяснить ситуацию экономическую чисто в регионе, уточнить, какие могут быть изменения налогоплательщиков,